Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Скелетон, мистер Дарк Драгон, Коди Акорн, Энгри Крипер. Пацаны, поздравайтесь. Всем пу! Я готов Диму чморить. Офигенно сказал. Сегодня мы записываем на крутецкой карте Хижина Тайн с мультика Gravity Falls. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня чужой должен убить пленного, а потом бомбу. Так, моя цель сейчас убить Диппера, который находится в доме. Поэтому мы идем его убивать. Я знаю, где Дарк Драгон его запрятал. Где, блядь? Только в подвале нельзя прятать, только в доме. Ну в доме, ну где его просто? Ну как ты думаешь, я не найду его? Я нашел его! Ну что, последние слова, пацаны? Нет. Чего ты? Да блин! Хорошо, хорошо стреляешь. Защищаем Диппера. Молодец. Защищаем. А вы же даже не знаете, где он даже вам не сказал, этот подлец. Так, о, давайте будем открывать все двери, я думаю, что по-любому здесь кто... Слышь ты, Смистер. Да. Гамнистер, отвали. Он с тобой чуть-чуть капризно. Так. О, давайте сюда сходим, может тут? Еще. Не знаю Дарк Драгона, что он какую-то конченую нычку запрятал. Отлично, проскакиваем. Есть, вселился. Убейте. О, нет. Пока не убивают друг друга, у меня есть время. А, дом горит. А я не могу ползать туда. А ты зараза, дайте залезть. Ого. А что там немножко у нас горит, да, дом? Это уж... Так, отлично. Проскочили, видели как? Красиво. Так. Сюда. Блин, а, все. Поньк. Пацаны, я не могу по ступенькам ходить, буду немножко подлетать. Чисто ступеньки. А вот такие вот, видишь, у нас игроки. Тушите, потому что может игра вылететь. Есть. А не, в попе шерсть. Есть. Подожди. А я думал, ты Диппер где-то тут должен стоять. Блин, я был уверен, что он тут в шкафу сидит. Слышь, вы там пожар тушите, тут уже доходит до второго этажа пламя. Слышишь, ты задрал. Ого, здесь горит. Ладно, тушите, значит, не буду вам мешать. Потому что сейчас вся карта загорится и все. И давай, будет ищи. Жопа всем. Я ищу его. Где горит? Так. Ванной нету. Хорошо, ванной нету. Подъем. Отлично. Есть. В попе шерсть. Так. Да ты задрал, Смислетон. Я кислетон. Так, я думаю, что где-то здесь он его запрятал. Блин, а что я думал здесь? Вот я бы тут запрятал бы его, он его не хочет тут прятать. Может, подскажешь, где он? Ты NPC, да, поставил Диппера прям? Да, NPC. А, NPC. Где это NPC? Его тут нету нигде. Скажу. Ищи. А как мне его убить, если ты... А ты его в доме запрятал или где-то в кустах? В доме. В доме? В доме. Даже подсказка, где-то дверь открыта есть. Специально. Да? То тут уже все двери открытые. Есть секретная же дверь. А как я найду? И смотрю Gravity Falls, значит, вспомни. Так подожди, так ты в подвале запрятал? Я думал, ты не в подвале запрятал. Иди, пошли в подвал. Так ты там запрятал или нет? Он там, внизу. А вы задрали. Блин, ну а ты в доме запрятал, по-честному играть, а ты не по-честному. А ты не сказал мне. Блин. Чё всех размочил? Я Диме помогаю. Так. Ну и где его нету здесь? Внизу. Надо идти. Так. Блин. А я читал. Ладно, не буду 10 секунд сидеть, буду сразу вас мочить. Сразу становись. Есть. Привет. Отлично, ребята. Так, сейчас акил пропишу, чтобы я был смертный. И теперь пацаны могут меня мочить. Так, давайте сразу.
Берем страшного чужого. А, нет, нет, так это не работает. Внизу, говоришь, да? Так. Ну ты же обманул, нету его здесь. Ты думаешь? Так, подожди. Лифт забагался, мы его вызвать не можем. Нашел! Нашел! Дарк, лифт забагался. Есть, Дарк Драгон, спасибо! Да, ой, мой дипер вкусненький. Ну что, ребята, раз я дипера сейчас убью, ты задрал, отвали. Так, и мы так прям вылезем сюда. И съедим дипера. Где он? Есть! Все! Ребята, теперь пацаны будут защищать бомбу. А я ее должен взорвать. Знаю, Дарк Драгона, он уже в подвале не должен запрятать, да? Или да, запрятал правда. Опять где-то. В жопе мира. Так, ну по-любому запрятал на втором этаже, потому что на второй этаж самое сложное будет пробраться. Активировать бомбу уж можно, да, уже? Красавчик. Наконец-то я тебя отомстил. Нет! Есть! Да. Поппи шерсть! А я тебя отомщу за те разы все. Отлично. Ну что? Поехали взрывать бомбу. Пока мисс буду видимый. Так, мочить пацанов буду. За все разы, которые вы меня убивали, я буду вам мстить. И мстя моя страшна. Гранатомет можно использовать? Конечно, только он тебе не поможет. Так, вот бомба. А нет. А бегай по нормально, давай, ищи его. Я бегаю нормально, я не летаю, ничего. Я видимый, кстати. В невидимку не вселяюсь. Так! Есть. Ты есть. Понимаешь. Отлично, он ребята. Прикол, удалить, удалить. А где же бомба? А, вижу бомбу. Ну что, моя маленькая? Слышь, ты... Ай, что за мощь-то? А, зараза. Ну как? Ну хорошо, хорошо. Я тебя запомнил в лицо. Ладно, давайте буду как терминатор продвигаться, потому что невидимка это читерская тема. Так, это тебе за те разы. Ух ты! Вот это зра... Так, подожди, зранило хорошо. Поднимаемся наверх. Так как мы знаем, где бомба уже лежит, сейчас мы ее красиво взорвем. Охраняй бомбу. Ай. На. Ай-яй-яй. Есть. Есть. Не подходи сейчас ко мне. На. Отлично, ребята. О, тут немножко подзагорелся дом. Я тебе пол хп. Все, не подходи к этому. Ай-яй-яй-яй, красная граната жопная. Ах ты, зараза, специально загородил? Да-да-да. Так, закроем двери, потому что они меня кошмарят. Ай-яй-яй, граната! Я не подходи к этому месту. Так, давайте посмотрим, что они вообще там делают. Давай. Ты куда влетел? Куда ты полетел? А, вы не знаете, где? Слушай. О, где ты вылез? Ой-ой-ой, молодец! Классно я тебя съел! Это горит, лимон. Еще один раз. Я же читер, ты не знал? Ай-яй-яй. Это что это было? Что, ножами кто-то кидается по мне? Эй, шарами, осторожно. Так, все, давайте шутки прочь. Дарк Драгона убьем, потому что он летает. А надо ходить, летать не. У него мало хп, у него мало хп. А что у меня мало жизни? У меня же много было. А я тебе половину снес. Надо и дом горит, ошите дом! Ну быстрее, тушите! Бомба взорвется сейчас! Нет. Не взорвется бомба? Ой, я слышу, она активировалась. Она взорвалась. А чё я ж её не взорвал. Она взорвалась от огня. Взорвалась? Так, хорошо. Весь дом горит. Так, Дарк Драгон, теперь прячь бомбу уже только еще мощнее. Ребята, теперь они сделали очень сильную блокаду на бомбу, и мне будет очень тяжело ее взорвать. Смотри, месть. Ах ты, зараза, моментальная смерть, я даже ничего не успел сделать. Хорош, хорош. Так, раз они тут тусуются, бомба на первом этаже, наверное. Место. Слышь, ты, бомблинщик. Осторожно с взрывчаткой, я тебе, знаешь, куда могу засунуть? Ой-ой-ой. Так, и за то, что ты меня убиваешь, я тебя оставлю на потом. Опять дом горит. Дом горит. Отлично. Я буду грызть тебе ноги, твои вонючие. Ты кого там взял, что ты грызёшь? Дурак, что ли? Что со мной? А, не, все нормально.
погрызу ноги. Ах ты такой, да? Ах ты, не умеешь на есть. Одного загрыз. Я же убийца. Отлично, отлично, ребятушки, я его замочу, я же... А, все, хорош, друг друга убивают. А, покусал, покусал. Ну, зато он здесь не пройдет, заметь. Блин, да вы задрали, как мне пройти здесь? Смотри. Вот это понял. Вы навалили здесь вещей. Она вот здесь, понял? Не говори, пошли отсюда пока. Пошли, просто пошли. А, ясно. Понял. Нифига Дима, себе. Дима даже не догадается, ты где бомба? Меня плохо знаешь. О, он зашел в этот. В подвал, что ли? Так, нет, вы сказали, что не в подвале бомба. Я просто сказал, я подумал. Да, не, он в инвиз ушел. Так. В инвиз. Вы думаете, что я бомбу не найду? А вы наш на первом этаже. Так-то да. Тихо-тихо. А где она на первом этаже? Ты не стреляй, пожалуйста. Я тебе могу очень больно сделать. Где эта бомба вонючая? Ого, ты что снес. Пацаны, берите дробаши. Ой, ему немного осталось. Я буду ставить ловушки. Смотрите, смотрите, иди сюда. Пацаны. Так где вы? Поняли? А-а-а! А мы здесь все толпой кучимся. А ты где сам? Залаживайте бомбу аккуратно, только чтобы она не взорвала. Тварь, а? Аккуратно. Так, хорошо. Где же бомба, а? Вижу бомбу. Вы ее сейчас сами взорвете! Дураки! Как и я. Прикольно. Блин, я даже не догадался, что ты в холодильнике запрячешь. Заморозил бомбу и взорвал, молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, до следующего ролика.